Внешний вид большого двора в поселке Торбеево преобразился. Здесь появились комфортные входные группы и проезды к домам. Обновили тротуары, поставили скамейки и урны. А самое главное и долгожданное – положили новый ровный асфальт. Проехать и пройти теперь не проблема. Ко всему этому добавились и новые парковочные места. Стоянку расширили и также благоустроили. Работы начались в мае текущего года, а завершились уже в июле. На все это был выделен 1 700 000 рублей. Здесь 4 дома, 2 дома 60-квартирных, 1 дом 27-квартирный и 1 дом 45-квартирный. Здесь не хватало парковочных мест для стоянки автомобилей. Люди просили, чтобы расширить стоянку. В планах на будущее продолжить благоустройство дворов многоквартирных домов. Таких в районе еще немало.